Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. З чого починається родина, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І на прикладі героїв запевнимось, що будь-які труднощі долати легше, якщо ти не один. Я думаю, что крепкая семья в том случае, когда есть любовь. Благодаря этому чувству мы преодолеваем все трудности. Я считаю, что Николаев вообще-то самый лучший город. Мы пытаемся перенести в Николаев наш город любимый, вот часть Грузии. Здорова їжа та приємний співрозмовник сприяють покращенню настрою і здоров'я. Тому, друзі, сьогодні ми пропонуємо вам приєднатись до наших героїв. Голови Миколаївського обласного грузинського національно-культурного товариства «Іберія» Валерія Ехвая, його родини і друзів. Друзья мои, есть хорошая восточная поговорка: если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Вот и мы предлагаем вам сегодня, если не может к нам спуститься солнечный день, то отправиться навстречу солнцу самим. Но если не солнцу, то хотя бы навстречу солнечным людям. Здесь, в этом подъезде, вот квартира наших солнечных людей, к которым мы и вы, друзья, вместе с нами идем в гости. Давайте позвоним, потому что очень хочется солнца, очень хочется света. И я думаю, что эти солнечные люди, которые живут рядом вот в этой квартире, они нам подарят солнце. Здравствуйте, друзья мои! Вы позволите к вам в гости вместе с нашими телезрителями? Друзья, идемте. Я вам обещала солнце. Так вот, посмотрите, вот оно солнце. И вот перед вами сидят солнечные люди, жители солнечной страны. Они спустились из солнечной страны сюда, к нам, и у нас тоже стало светлее и солнечнее. Валерий Ильич, Марина, Ираклий, здравствуйте. Еще раз спасибо большое, что вы пригласили нас, потому что как-то, вы знаете, вот я нашим телезрителям говорю, что не хватает солнца. Ну, ноябрь – это вообще такой сумрачный немножечко месяц. Но вы солнечные люди. Я не знаю, как у кого, но у меня жители Грузии, грузины ассоциируются именно с солнечными людьми, потому что это страна солнца, страна тепла, страна любви и, конечно, страна гостеприимства. Но по праву хозяина, Валерий Ильич, будьте добры, вам первому слово. Как вы, такой солнечный человек, оказались у нас в Николаеве? Да, во-первых, спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы такие комплименты нам сказали. Да, действительно, в общем, мы, что у нас можно сравнить, это гостеприимство, это наша религия. Это приравнивается религия. Гостеприимство – это наш культ. И вот вы, наверное, заметили, что у нас дверь не была закрыта. Вот любой человек может зайти и к любому человеку. Так что для гостя это особое отношение. Для гостя есть особая кухня, спальня, которой никто там не побывает, кроме гостя. Даже нам, детям, когда учили, значит, в маленьком возрасте, то их нам туда не пускали. Есть какие-то атрибуты кухни, которые, значит, нам не забыло дозволено, это для гостя. И вот так мы росли. С детства это нам передавалось поколение в поколение. Вот мы, насколько сегодня будем это иллюстрировать, не знаю, но, в общем, это нам приятно, когда человек не только мы принимаем, нас тоже так принимают. И вот наши поэты, наши писатели, все люди, которые связаны были с культурой, значит, они всегда выдвигали гостеприимство. Валерий Ильич, но вы осели в Николаеве, вы со своей красавицей женой Мариной, и вот ваш сын сидит, Ираклий, вы осели в Николаеве. Я понимаю, что Николаеву повезло, потому что чем больше разных людей в Николаеве, особенно чем больше грузин, тем больше солнца. Но как вы оказались в Николаеве вместе с семьей? Ну, я не хотел бы это вообще, это такая, это не добровольное. Это вынужденно было здесь, я сюда приехал, вынужденно. Мы жили в Абхазии, ну, там конфликт, в общем, уже сколько лет продолжается. И это наша, значит, боль,
которыми нас заставили покинуть нашу родину. Но однако, понимаете, вот мы приехали сюда, и на нашем пути всегда встречались добрые люди. Потому что, ну, они, естественно, может быть, были самыми добрыми, но для нас вообще было самое приятное то, что мы встречались с этими людьми, и вот мы пришли с добром. Вот когда нас так иногда говорят, что чем ты пришел, тем и ты уйдешь. Вот мы пришли добром, но никакого зла сейчас не было. Естественно, нам комфортно стало, люди поддержали, они помнили вообще те события, которые произошли в общем в Абхазии. И вот мне дали работу, я детей устроил в школу, обосновались, мы полюбили, нас полюбили. Мариночка, вот я бы хотела у вас спросить. Вы являетесь, ну, глава семьи, конечно, Валерий Ильич Эхвая. Вы рядом с ним. Но, тем не менее, Валерий Ильич, вот вы рядом с ним. Вы, на вас, ну, можно сказать, ну, всегда на женских плечах много что держится. А вот быть женой, грузинской женой, это, наверное, еще сложнее. Вы простите за такой вопрос, но мне просто даже интересно, вот как грузинская жена, она должна все делать и покорно соглашаться во всем с мужем, но, судя по вас, видно, что вы очень индивидуальность большая, личность, и одновременно с этим вы пара с Валерием Ильичом. Ну, спасибо еще раз, что вы к нам пришли, что уделили нам внимание. Но быть женой грузина, я думаю, что, по моему мнению, это гордость. Я так думаю. А, естественно, глава семьи – это всегда мужчина. А то, что вот говорят, что во всем покорно или нет, ну, у нас такая семья, что мы никогда вот такого нету, что вот, конечно, Валерий сказал, она сказал, он, так оно и выполняется. Но мы всегда советуемся, не только я с Валерием Ильичем, мы с семьей, с сыном, с дочкой и с зятем, конечно. Толерантная семья. Вот. А то, что мы сюда приехали, это, конечно, как Валерий Ильич сказал, это не принуждено. Вот мы случайно попали, не вынуждены, случайно попали. Но я могу сказать, что вот в Грузии есть такое, вот по-грузински оно более красиво звучит. Есть вот родина, да, родина. Но у нас по-грузински говорят «сакартулу эс деда чуэни». Украина с дедобилью. А если мы его переведем на русском, это значит, что Грузия – это родина моя, а вот Украина – это, если дословно так перевести, это кормильница наша. И я не могу... Вот Украина нас очень тепло приняла. Конечно, по нашей дороге встречались и хорошие, и плохие. У меня первое время было очень... Я была напряжена. Всегда думала, а вдруг какой-то грузин здесь кого-то оскорбил, а какой-то грузин что-то такое сделал. Но мне такие люди хорошие встретились, как Сара Михайловна Белоцтоцкая. Она была врач, заслуженный врач в отставке. И когда мы с ней познакомились, она мне как раз посадила. Я была очень молодая, мне было 36 лет. И она мне сказала, доченька, говорит, у каждой нации есть хорошее и плохое. И тогда я чуть-чуть расслабилась. И спасибо Украину, спасибо ему за то, что они нас так приняли, что мои дети здесь выучились. Я благодарна. Вот за это благодарна очень. И я, естественно, люблю Грузию, и не меньше Грузию люблю Украину. А еще, Марина, вы любите свою семью. А говорят, что, ну, я думаю, что оно так и есть. Семья – это... но не только ячейка общества. Мне кажется, что это основа общества. И чем больше крепких семей, тем и счастливее общество. Как вы полагаете? Ну, крепкая семья, это сейчас в любом семье есть за и против, да? Ну, если все принять так, чтобы вот, вот все это плохо, не, конечно, на что-то надо закрывать глаза, на что-то надо пойти на уступки. Но я думаю, что крепкая семья в том случае, когда есть любовь.
Если в семье есть любовь и взаимопонимание, она будет крепкая. Она будет тогда тоже крепкая, когда в доставке, тогда меньше есть такие трения, да. А вот когда нужда, ну, мы очень такую тяжелую дорогу прошли, но мы выдержали это, потому что мы любили друг друга. И, наверное, любовь это побеждает. Иракли, ваши родители несут любовь, несут ее между собой, несут ее людям щедро дарят. А как вы полагаете, сегодня среди молодого поколения можно встретить любовь настоящую? Безусловно, потому что, ну, знаете, от этого чувства зависит многое. Оно вдохновляет, и, знаете, почему-то грузины, они ассоциируются с горцами и в целом с Кавказом, да, и вот именно любовь заставляет покорять эти вершины, а как мы знаем, да, в нашей жизни очень много вершин своих личных, тех, которые нам судьба предоставляет, и лишь благодаря этому чувству, которое вдохновляет, придает сил и уверенности в себе, что в этой жизни все будет хорошо. И как мама сказала, именно благодаря этому чувству мы преодолеваем все трудности, и мы заряжаемся этой энергией, энергией любви к родным, близким, красивым женщинам, к друзьям и так далее. И только благодаря этому мы сегодня здесь, мы улыбаемся, и мы можем сказать «Здравствуйте, мы рады вас видеть, и мы вас действительно любим». Для детей самое лучшее счастье, что может подарить родители своим детям, чтобы у них была стабильная семья. Вот когда вот, ребенок воспитывается с мамой и папой, ну, это вообще очень гармонично и очень влияет на их судьбу. Вот жениться – это вообще нет проблем, и разводиться тоже нет проблем. Но вот сохранить семью, вот как очаг, как демонстрация, значит, любви, взаимопонимания, помощи, взаимовыручки – это целая философия вообще-то. Не так просто вот так вот создать семью – это как-то экспромтом, значит, принимать решение. Это обдуманно. Ну, сейчас, может быть, можно много думать, но это еще по судьбе, наверное, так, чтобы повезло. Никто не знает вообще заранее, какой характер у человека будет. Либо жены, либо мужа. Вот какие там он нагрузки выдержит. Вот все это, значит, отношения, которые, наверное, приписываются больше везением. Так что нам, наверное, повезло на того, что, значит, вытерпели удары судьбы. Мне кажется, что сложно было его выдержать. Но слава Богу, что сохранили семью, воспитывали детей. И нас знают в городе. Мне приятно, когда Ираклий пришел домой, папа говорит, с меня, говорит, таксист, говорит, деньги не взял. Я говорю, а чего так таксист вообще делает? Потому что, говорит, когда я заговорил, говорит, он не узнал, говорит, тебе узнал меня, говорит, он мне спросил, говорит, ты сын Валерия Ильича, то деньги не надо вообще. Ну, это было как-то, вы знаете, это уже приятно. Визитная карточка, когда вот тебя узнают, когда вот, ну, я не знаю, по какой причине, но с хорошей стороны, наверное, запомнил меня человек, вот, и вот много таких случаев, когда вот тебя знают, ты кого-то любишь, кого-то ты обожаешь, вот ты в этой городе, значит, чувствуешь себя гармонично, и я в многих городах побывал вообще и за рубежом, и в бывшем Советском Союзе. Я считаю, что Николаев вообще это самый лучший город вообще. Я, наверное, я так влюбился, понимаете, это простота людей, понимаете, это отношение там, особенно с грузинами вообще. Вот наши танцы, наши песни. У меня даже нет возможности нарушить этикет моих предков, которые вот, как же, если ты грузин вообще, такой может быть не гостоприемный, понимаете. Как ты, если грузин, ты хорошо не поешь, если ты хорошо не танцуешь, вот все эти, которые вот от нас уже люди требуют вообще. Или, допустим, я откажусь, допустим, пить вино, а что, ты не грузин, что ли? Вот и так вот, вот само общество мне как-то воспринимает, что вот я должен это все знать. А я в самом деле вообще и не танцую, и не пою вообще. И вина не пить. Вино пьем. Вино пьем, да.
Вот это вот, понимаете, вот это создавалось веками. Вот мне комфортно в любом обществе, когда вот, вот я представлюсь вот, по акценту там вообще, кто вы национальности, грузин. И вот человеку сразу ассоциация, улыбка вызывается. Просто вот, и вот я чувствую, что вот человек ко мне хорошо, значит, расположен. И вот я опять же, в общем, ну как же, кому это неприятно будет, понимаете? И вот я тоже обязан взаимно, чтобы таким добром ответить, понимаете? Вот, это меня обязывает, вот, и просто... И в этом режиме, значит, я хочу жить в этом городе, и что-нибудь, если полезное, что-то сделаю, в общем. Но я хотел бы, в общем, больше выдавать в этом режиме, чем получить. Вот это моя философия. Ну, и, как известно, чем больше человек отдает, то тем больше он и получает. А мы бы, телезрители, хотели еще продолжить наш солнечный разговор, но уже немного в другом интерьере. Друзья мои, ну вот мы, как я и говорила, мы перемещаемся. А знаете, куда мы перемещаемся вместе с Валерием Ильичем и Мариной? Мы перемещаемся в Грузию, да? Мариночка, пойдемте. Да. Миниатюрная Грузия. Миниатюрная Грузия. Маленькая, вы сейчас попадете в рай. Маленькую, вы посмотрите маленькую миниатюрную Грузию. Чьи владелец это наша грузинская, мы как называем, там-то. Там-то это для нас как Тамара, царица Тамара. Вот она и похожа на ней. У нее такая красота и душа такая добрая и сияет. Она гостеприимная и сияет просто вот. Друзья мои, итак, Грузия, настоящая Грузия, правда. И вот не царица Тамар, а там-то Гамарджобат. Гамарджобат. Друзья мои, настоящие, вот вы даже можете в моем лице потрогать, настоящие грузины, правда. И я чувствую тепло их рук и тепло их сердец. Там-то, будьте добры, вы... хозяйка этой настоящей Грузии. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы создавали ее, если можно? И здесь телезрители увидят, здесь картины Пиросмани, здесь все пахнет Грузией, здесь все пропитано, но одновременно с этим здесь как-то, ну, телезрители, по-честному, не чувствуешь, что ты на чужбине. Ты на родине, но одновременно с этим вы в Грузии. Как вам удается это все? Мы пытаемся перенести в Николаев, в наш город любимый, вот часть Грузии, вот то, что вот круг души нашей. Не знаю, мы, я от всей души, я, вот эти рисунки рисовались даже ночью, если вы вот поверите, девочка прожектором рисовала. Не знаю, вот в каждой частичке, вот наша душа, вот все вот эти вот кувшины, вот это все, вот каждая поездка мы привозим. Каждый деталь для меня значит очень большое, большое значение. Даже у меня у входа земля с Грузии, грузинская земля в кувшине. Да, а вот эти роги, которые там лежат, это рог моей свекрови, прабабушки. То есть здесь даже вещи наших предков. То есть можно сказать, что здесь это мы вступили на древнюю грузинскую землю. Да. Это маленький зал, но здесь я воплотила максимум, что я смогла. Там-то, будьте добры, вы воплотили вот свою родину в этом, ну пусть маленьком таком, но тем не менее очень красивом и уютном зальчике. А насколько сегодня живется грузинам здесь, в Николаеве? Ну, как... Я понимаю, что по-разному, по-всякому, да. И, конечно, сложно. Но, тем не менее, вот ваша эта грузинская солнечность, она вам помогает в трудности? Ну, как сказать? Ну, наверное, да. Да, вы знаете, да. И дети, знаете, если честно вам сказать, мы думали, ну, через 2-3 года переезжать в Грузию, но мои дети настолько здесь привыкли, что у них слезы, что они отсюда не хотят уезжать. Мама, когда только мы закончим школу? И поэтому вот мы стараемся здесь нашу Грузию вам показать маленькую. Там-то, мы сейчас были в гостях у Валерия Ильича Марины, и вы знаете, мы говорили о том, как создавать крепкие семьи. А крепкая семья, она при любой национальности и в любой стране, она остается крепкой семьей. Они говорили о том, что именно любовь помогла и помогает им до сих пор. Да. Вы красивая, вы успешная, вы мама и вы жена. Грузинская жена. Марина сказала, что, несмотря ни на что, любовь всегда помогает. А для грузинской жены, для вас, там ты, что помогает?
Для меня, честно, помогает моя семья, Оджах, и вот как семья, Оджах, как вот этот ресторан называется. Поэтому я ее назвала «Моя семья, мои дети». Мои родители, родители мужа, все вот наши близкие родственники. Все. Любовь, да. И в том числе любовь. Все-таки любовь, да? Все-таки любовь. Любовь всегда побеждает. И там-то правда вложила душу в своем ресторане Оджахур и показала ту солнечность Грузии, которая она на самом деле есть. Но я еще добавлю, что вот когда вот человек вкладывает свою душу, свою любовь, в любом профессии, понимаете, это иллюстрация того, что вот здесь происходит. И вот она все вложила от себя, понимаете, вот. И все гениальные поэты, вот, начиная, ну, с Пушкина, Данте, в общем, о любви говорили. И говорили, что это любовь, ну, каждый по-своему, понимаете. Что такое, какой феномен вообще, сам любовь, слово, никто не знает вообще. Это психологическое, это болезнь вообще. И что такое, в общем, вот это очень сложно понять вообще. Вот, но когда вот человек делает все, чтобы полюбить, и это передается просто без слов. Вот вы сегодня увидели, что вот все то, что сделано здесь, все либо от любви, от родины, от того, что, значит, эту традицию мы, значит, сохраняем, и вот это только любовь придает этому значение. Вот и все. Ну, Валерий Ильич, Марина, там-то, если можно, давайте предложим телезрителям посмотреть грузинские блюда и в нашем лице. Ну, давайте, телезрители, ну что, раз попали уже в Грузию, надо же попробовать что-то, правда? И там-то, вы расскажете нам о блюдах грузинских? Может быть, и наши николаевские хозяйки, да, и Марина поможет, потому что тот кусочек солнца, который мы видели у Марины, он безумно вкусный, телезрители. Это ужас, как вкусно, правда. Здесь и сейчас еще вкуснее. Здесь еще вкуснее, и вы увидите разновидности наших грузинских блюд. Вообще грузинская кухня, она очень богатая. Вот очень богатая, разнообразие большое, очень красиво все преподносят и безумно вкусно. И, естественно, это вкусно тогда, когда хозяйка вкладывает свою душу, свою любовь. Без этого никак. Да. Без этого никак. Вот это грузинское вино, который я вообще, наверное, первый раз видел в этом ресторане, когда вот человек, официант, открывает при клиенте, понимаете, когда клиент приходит, вот он демонстрирует, что здесь она открывается, не том там разливается, а вот здесь грузинское вино. Одним словом, ее попали в Грузию. У нас очень в многих блюдах присутствует орех. И везде присутствуют грузинские приправы, которые я всегда привожу с гор Грузии. То есть здесь ничего не покупается, ничем не заправляется, все привозится оттуда. Там-то, а вот стоит молодой человек и держит что-то дымящееся, от которого исходит совершенно потрясающий аромат. Смотрите, это называется чашушули. Вот посуда, в котором лежит это блюдо, это глиняная посуда, привезенная тоже из Грузии. Это все подогревается в духовке еще после того, как подали, она минут 5-7 кипит в ней. Вот. Чашу. Это телятина, тушеная в томате. Ну, можно сказать, что это такой, такая еда, которая придаст и силы, и даст даже здоровье. Да, есть, да, обязательно. И даже настроение. Я думаю, что обязательно нужно это блюдо попробовать. Итак, там-то как оно называется? Чашушули. Это называется чашушули, телятина в томатном соусе. Самое главное в этом, в любом блюде, в грузинском, это душа и любовь. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у голови Миколаївського обласного грузинського національно-культурного товариства «Іберія» Валерія Ехваї, його родини та друзів. Куштували страви, які приготовлені дбайливими руками чарівних грузинських жінок. До речі, вони приготували вам ще один сюрприз. Яні Трашевська, я прощаюсь з вами. На все добре. Ni na 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 ni
Марс, Великобритания.